Вот, дорогие друзья, мы с вами можем наблюдать, как ничто человеческое не чуждо молельным домам. В молельных домах люди, им тоже надо передвигаться. Внизу, вверху улица, внизу автопарк дорогих автомобилей. Ну и что? А? Ну и что? Ты предлагаешь их на улицу выгнать? Не, разобраться в доходах просто. Ну, в доходах. Где богоугодные богадельни? Ах ты в этом смысле? Я только об этом. Не, ну что нам считать чужие бабки? Что доброго сделали? Что хорошего? Молиться мы все молимся. Каждый ежедневно молится. А куда? Входа нет. А закрыть вход, да. Ну, вот тоже можно заснять. Вот как граждане молятся. Пандус, храм, Христа, спасибо. Дорогие, Дмитрий Иванович, поскольку мы социальные программы, обратите внимание, дорогие друзья, насколько удобно гражданам жить в России. С чем сталкивается гражданин? С одной стороны, он смотрит телевизор. Бомбардировщики летят, солдаты отчекают, как надо. Но стоит, не дай бог, с тобой что-то приключиться, и захотел ты помолиться, никого не оповещая, приезжаешь, и с чем ты сталкиваешься? С замком. Это замок, дорогие друзья, на душах тех людей, ну все, поехали. Которые здесь этим всем управляют. Патриарх не может все контролировать. Патриарх бы все открыл. Но конкретный завхоз, почему замок на пандусе? Все в телекамерах. Кого боимся?